Все ради новой загадки. Какой же? Сердце змея лежит в чаше рядом с каменными ликами. Ну, лучше, чем ничего. Наверное. Надо найти ларец и покончить с этим. Что это? Иона! Иона! Опа! Кого я тут нашел? Не двигаться! Не искушай. Проверь там. Тут его нет. Посмотри. Что слышно? Иди, стой, жди, да побыстрее. Вот жизнь солдата. Нашел что? Никого. А он что, типа светится или как-то загадочно гудит? Как вообще выглядит волшебный ларец? Есть что-нибудь? Черт! Тут его нет. Кажется, здесь ничего нет.
А он что, типа светится или как-то загадочно гудит? Столько разговоров об этом ларце. Скорее бы его увидеть. Без дождя было бы полегче. Нашел что? Как будет что докладывать, я доложу. Тут его нет. Ладно, в последний раз. Кажется, мы поискали там. Там, вроде бы там. Есть что добавить? Не знаю. Какая разница? Если мы что-то... Спрятаться пытаешься, что ли? Доктор Домингес. Мне плевать на доктора Домингеса. Найдите Лару Крофт и убейте ее. В этом секторе след. И как мы теперь ее найдем? Мы слишком рассредоточились. Это была поисковая операция. Давай разделимся и сделаем, что можем. Я посмотрю там, а ты будь здесь. Я же говорил, не отходи! Проверим каждую тень. Ты еще тут? Лара Крофт. Ее упорство заслуживает уважения. Что происходит? Ты куда ушел? Thank you.
Кто это? Подозреваю, что ты прослушивала мои сообщения с самой Мексики. Рурк. Командир Рурк, ты меня уже послушала, а теперь я слушаю тебя. Еще один предвестник. Каково это? Знать, что ты виновата во всех бедствиях, во всех страданиях. Я знаю, что сделала. Твое лицо, когда Домингес сказал тебе... Но ведь тебе был нужен кинжал, правда? Скользнула мимо отряда на пляже. Это не должно повториться. Нам лучше все обыскать. Есть что-то интересное в новой поставке? Дамы и господа, тепловизор. Я впереди. Я что-то вижу. Где? Все. Ошибка. Какой-то зверь. Будем зажигать свет или как? Будешь приставать, я вообще его не включу. И почему такая спешка? Рурк сказал, Крофт идет сюда. Черт подери! Ладно, сейчас все сделаем. Очки что-нибудь вот засекли? Мелкие животные, ничего стоящего. Надо обыскать всю территорию. Она на нас охотится! Надо остановить ее. Сейчас взгляну. Вспомни, как нас учили. Может быть, там. Я посмотрю там. Возьмите тепловизор и найдите ее. Привет, Альф. Привет, сэр. Ты кого-то видишь? Тогда бы я уже выстрелил. Как будто без нее в этих жутких руинах было недостаточно страшно. Я раньше ходил с отцом на охоту в такую погоду. Правда, вместо руин были страшные деревья. Но есть что-нибудь? Неважно, как хорошо добыча умеет прятаться. Рано или поздно кто угодно. Небольшой промах, и все будет кончено. Тоже здесь не так. Здесь никого нет.
Ага. Мудак, теперь мне одному всем заниматься. У нас потеря! Я сообщу на пост. Здесь что-то не так. Прочешите сектор. Оружие наготове. Приступаю к поискам. У нас потеря! Понял. Мы найдем того, кто это сделал. Ну, что-то не так. Держитесь ближе. Подайте знак, если что-то найдете. Приступаю. Будьте готовы к бою. Понял. Все, берегите! Смотрите в оба! Где? Держитесь в паре ярдов друг от друга. Ей не уйти. За мной! Прикрывайте фланги! За мной! Оружие наготове! За мной! Прикрывайте фланги! Здесь кто-то есть! Наверное... Это кто? Наш гость! Потеряю ее! Не стреляй! Надо узнать, не ушла ли она! Иона, нет! Уходи с канала! Если что? Будешь и дальше прятаться, они нас прослушивают! Сильнее разозлишь меня! Я тебя найду! Это рецепт галлюциногена. Применялся на войне. Должно помочь. Если намазать им стрелы, получится эффективное оружие. У меня нет столько места. Боже. Она будет помочь. Назад! Господи, боже!
сюда! Я вижу противника! Подожди! Вижу противника! Она еще держится, но смерть близка! А? Цель обнаружена! На моей позиции! За мне! Вижу противника! Засек! Противник обнаружен! Что за... Надо проверить, где она! Иона? Иона, ответь, пожалуйста. Он не ответит, Крофт. Что? Он мертв. Можешь смело добавить своего дружка Иону к списку людей, которых ты погубила. Да пошел ты, Рурк! Если хочешь забрать труп, он на нефтезаводе. Я иду за тобой. Иногда мне кажется, что я обязана идти дальше, иначе я...
просто всех... Грядет цунами, Лето. Это первое из множества бедствий. Твоя вина! Надо идти! Только я могу! Только ты можешь! Что? Эй, ты чего? Я все только порчу. Да нет. Эй, это не так. Все получится. Вставай. Куда дальше? Надо уходить. Да я понятия не имею! А подсказка? А сердце змея... Что там? Сердце змея в чаше рядом с каменными ликами. И какая чаша имеется в виду? Кубок, что ли? Знаешь, у Майи не было кубков. Стоп. Это не моя.
Подсказку оставил миссионер 17 века Андрес Лопес, иезуит. Змея в кубке – это же символ святого Иоанна. Нужна христианская святыня. Как церковь святого Хуана? Но сколько таких церквей? Их десятки. Но не в окрестностях Пайтити. Пойдем. Дорога там. Выберемся, поговорим с людьми. Хорошо. Что бы я без тебя делала?